Hey, с вами Naked, и сегодня я буду проходить карту The Lost Potato. Ну что ж, погнали! Эту карту я нашел на просторах интернета и решил заснять вместе с моим другом Скреном. Поздоровайся. Всем привет. Ну и здесь нам предлагают ознакомиться с правилами этой карты. Я могу чуть-чуть заговариваться. Вот. Карта называется The Last Potato. Чаппер первый. Клиент стейтингс, то есть опции клиента. Какой-то ресурс пак, ну, то есть this single player version, ну, то есть версия на синглплеере. Вот. For Minecraft 1.6. Чё? Нет, мы забыли. Чего? Надо на инвентарь моде играть. Ну так у нас инвентарь мод. А я не могу ничего. Я могу ломать. Ты можешь ломать? Да! What the fuck? Давай я поставлю. Сейчас погоди. Game mode 2 там был. А блин, что я пишу-то? Сейчас. Где? Два, все. Ты что, поставил уже? Не могу ничего бить. Я на инвентарь моде. Гейммод 2. Я себе тоже гейммод 2. Все. Так, теперь For Minecraft 1.6, то есть версия 1.6, но у нас 1.6.4. Ладно, давай, я вставь сразу. Тихо, не надо, погоди. Сейчас мы это правило прочитаем. Какой-то close deficiency, ну, типа, ну, я не знаю даже. Да. С английским плохо. Clones of render descensus max, то есть опции на максимальный должны поставить, ой, на normal, да, max descensus max normal, ну то есть или на максимальный рендер, или на нормале, ну у меня на нормале, это я не знаю, play the multiplayer. Ну, то есть, это уже для мультиплеера. Вот это вот для синглплеера, это для мультиплеера. Ну, мы уже свое прочитали для синглплеера, и теперь читаем здесь. Game mode to adventure у нас поставлен. Здесь, can you break the fate behind... Я знаю, что здесь написано. Я сет, что здесь Close написано? Defecti. Что это? Повернись назад и выбери... А, да, это normal или hard? Это дефити, а это на нормале. Давай нормал. Я нормал. Я себе нормал тоже, короче. Вот, так, дай мне книжечки, тут книжечки лежали. Ну вот, держи. И вторую давай. А где вторая? Одну тебе, одну мне. Не-не-не, я еще прочитаю, я тебе, по-моему, верну. Ладно, я прочитаю. Так, тут что-то у нас rules. Ну, то есть написано все правила. Старт! Типа не ломать блоки, все такое. Да как я могу сломать один блок? На, держи. И horse tutorial. Ну то есть тут описана вся история. Это the pawn the map. То есть не история, а все про карту описано. Хорошо, что. Так, нам надо нажать на старт. Нажимаем на старт. Значит. А, воу, мы на старт. Так. О, тут для двоих карта. И давай поспим. Ладно, давай спать. Мы под водой, типа, да? Мы так спим, блин, не знаю, как-то странно. Ладно, давай с тобой возьмем... Ой, что? Bad Dream. Что такое? Ой, смотри. Кто это? Кто? Такое ощущение, что там кто-то стоит. У меня там, типа, никто какой-то там ник. У меня тоже. Что это такое? Ладно. Это инкурент какой-то парень. Сейчас, погоди, я тут что-то читаю. А, это твой дом, типа. Вот, и надо выйти отсюда. Ладно, давай, открывай дверь. Тара-та-дам-та-дай. Ладно, пошли. See you later. Что это такое? Дай посмотреть. Я тебе почитаю. На, давай, обмен книжечками. This dreaming dog is... Ты мне книжку не отдал. You were lost the experience. Ё-моё, вали оттуда, вали оттуда быстрее, там лава. Где?
Вон наверху она капает. Ё-моё, здесь же выжива. Нам надо выжить. Типа лава сейчас падает, нам надо короче, смотаться. Как первого спотать и картошка. Вот, я нашел. Картошку? Можно стекло ломать. Вау. Стопудово говорю. Так. Теперь, они короче... Что не умеют? А, точно, блин! Welcome. Тут, типа, добро пожаловать. Ла-ла-ла, полиция. Короче... Блин, некий ты, а воронка всякие. Это мы в тюрьме в какой-то стопудово. Так, и теперь нам надо выбраться отсюда. Что тут ложишь, а? Так, типа... О, рандом стрэндж, хей! Хей, типа... ты повторяешь за мной, ладно. Эй, типа, он что-то нам говорит, А, типа этот, мы в тюрьме. Охренеть, а это кто это? Это наша свинья! По истории у нас есть свинья. Ой, нам надо ее освободить. Ну как? Нам же ломать нельзя, блин. Как что? Вот, у меня есть поводок. Стой, у тебя есть поводок, дай мне ее. Мой! Дай. Надо поводком ее зацепить, что ли? Так или... невозможно. Я не могу... Не, вот что тут. Тут можно забор ломать? Нет. Ты что, забыл это момент? А, тут то есть, что ломать можно, то ломается, а что нельзя, то не ломается. Ну, то есть, классно сделали, придумали... Все, у меня два факела. Так. Мне надо... Что же мне надо? Мне надо куда-то идти и что-то... Нам всем, нам с собой надо куда-то идти и что-то делать, и мы не понимаем, что нам надо делать. Так, ладно. Что... Давай искать, что тут можно сломать. Ничего, по крайней мере, я не знаю. Ничего нельзя ломать. Стой, здесь... Что это такое? Может, сюда надо положить что-то? Не надо, я тут это... Тут ничего не возьмешь. Я взял два факела. Два факела? Да, два факела. Ну-ка, дай-ка мне два факела. Нет, это как это, у меня сейчас... О, здесь можно факелы собирать. Подчетерим чуть-чуть. О, факелы... Стой. Факел можно же можно собирать. Да. Вот это вот подсказка. Фак. Почему ты такой боже? Блин, мы еще до сих пор тупим тут. Что ж тут делать? Блин, все-таки темно без света. Давай посмотрим, что тут можно сделать. Сундук открывается, да? Стой! Открой сундук. Открываю. Открой и держи его. Держу. Держи. Сейчас. Блин. Ты держи, я проверю. Стой, а паутину можно ломать? Нет? Нет, это паутина. Все, а как мы сюда попали? Смотри, тут какой-то житель стоит, чувак. Чувак. Выход! Где? Вот он. Где? Вот оно, блин, а мы тупили. Ё-моё. Так, чё? Так, как мы нам надо, пойдём? Нам надо, блин, нам надо на паутинку, наверное. Блин, нам надо... Что же нам надо делать-то? Я не понимаю. Тут житель, да, стоит? Нам надо его как-то зацепить. Опа! Ну, зацепить. Чувак, иди сюда, помоги нам. Не могу зацепить его. Ну, чувак, блин. Вообще, задолбал уж меня. Так. Чувак. Погоди, тут есть рулес у меня. Horse Tutorial. Стой, там есть два мяча. Стоп. Нам надо туда забраться. Так. Сейчас посмотрим. Принц Дорлик. Принц Дорлик? Стой, а что там? Что там такое? А, здесь у нас что? А, здесь у нас дерево. Там дерево растет, типа. Блин, может у этого чувака что-то есть? Типа книгу даешь, он дает нам лестницу, и мы поднимаемся. Блин. По правде у нас жительница умеет это дать. Ё-моё, я же вообще пипец. А, у меня этот чувствительный. Блин, я помираю с голоду, блин. Как... Я помираю с голоду, это плохо. Чувак, у тебя что-нибудь есть? Нет! Чувак! Я один поводок. Убей меня! Стой, погоди. У меня есть деревянный топор. Деревянный топор? Конечно. Я могу срубить дерево, или нет?
Я лучше вот так поставлю, чтобы у нас ничего. Я могу рубить дерево! Ух, ё-моё! Ох, классно! Давай быстрее, руби его! Не... Руби, руби его, руби! Могу дотянуться до него? Дай мне, я смогу. Я его почти рубила! Ты чё? Всё. Давай, ладно. Всё, пойди, давай. Ты так его, блин, рубил? Может быть, это так надо сделать? Дай мне, дай мне. Нет! Прошу прощения. Надо как-то эту... Сейчас вы видели, опять у меня... Я вырезал. Вы видели только, что я вырезал. У меня вылетело окно бандикам. Макс пытается все. Срубить дерево. Да. Топориком. Топориком просто. Давай быстро. Ещё убьете этим топориком. Да не-не-не, не надо, блин. У меня одно сердечко было. У меня топорик сломался. Стой, а что у нас? Дай мне топорик. Вот ты лолка. Ну ты лалка. Да ты лалка. Надо было забор сломать. Я могу и твоего сломать. Да ты лалка, у тебя топор есть. И он сломался. Ну ты лолка. Где ты топор взял? Да он у меня и был как-то. Ну ты лол, ты мог забор сломать. Фак! Давай себе. Говнюк! Давай, забор нельзя ломать. Топором-то можно ломать, ты чё? Вау, там свинья на картине. Ну ты лол, конечно. Хочешь запускать карту? Нам придется с тобой перезапустить. А, нет, давай лучше... Блин, зрители, давайте тогда возьмем из креатива, но это же не читерство. Да, там не сказали читерство не используют. Да, они сказали читерство не используют, но так как мы сильно тупим, мы такие тупые уроды, мы возьмем из креатива топорчик. Надеюсь, вы будете не против, потому что кто-то у нас любит сильно тупить. Да, Макс? Не знаю. Все, у меня есть топор. Не бери, не бери, не бери. Все, один топор на всех. Все, идем. Ставь факела, ставь факела. Ой, точно, факела. У меня только два факела. Ну, ставь их. Сейчас, можно. Пока у меня нету мышки. Вставляю. Во, супер. Надо свинья! Стой, погоди. Я за свиньей. О, свинья. А, свинья, то есть идет, да? Некий, у тебя нет топорика тут. А, есть. Уйди-ка. Сруби. Вот, все. Свинюшку. А, вот мы к свинье. Какая она милая. Погоди, погоди. Смотри еще. Что тут нарисовано? Некий, смотри. Тихо-тихо, что тут нарисовано? Блин, как они так делают? Смотри. Как ее зовут? Диди. Дайди. Диглет. Пиглет. Ага. Блин, я хочу себе так... А, вот, смотри, тут рычаг. Так, идем обратно. Я назову его Пиги. Но нет. Его так и зовут Пиги. Нет, его зовут Диди. Диги? Диги. Диди или Диги? Диди, точно Диди. Диди? Ну, тогда хорошо. Ну, так, как правильно его зовут. Все. Ух. Мы открыли дверцу. Здесь у нас один, давай разделимся. Убей меня. Я хочу жрать. Ты что, больной? Время жратвы! Мужик, ты больной? Иди сюда! Да ты сам сказал тебя убить! Лиана! Погоди, стой! Риана? Лиана! А, блин, я думал, у тебя глюки пошли. Стой! Да мы же... Стоп! Мы же... Тихо! Можно ли стул ломать? Лианы можно ломать, слышишь? Наверное, мы это прохождение разделим на несколько частей, потому что мы так тупим, я думаю, мы за одну часть не справимся. Блин, первая часть Реймана, блин, я еле-еле... Вот, смотри, тут воронка, в ней лежат морковка, глина и какой-то нот один. Нот один? Погоди, дай. Нот один. Тебе дать? Да, погоди, я прочитаю, я умею.
Ты такой это, как будто ты знаешь. Но ты один! Это же блин! Что это? Запись от нашего создателя. Первая. Стой, уйди. Если Нона Гена Ред. А, во, я нашел, иди сюда. Я знаю, что делать. Выход! Нам надо свалить отсюда. Ой, давай, стой. Стой, Стив. О! Так, тихо. Тут написано gameplay hide. Типа, before, jump, down. Типа, надо А, ну, короче, тут надо прыгать, бегать. Ну, короче, ломаем стекло. Стой. Ты меня убил. Я ломал стекло. Фак! Я опять на том месте. Кров был убит. Где? Давай тпхайся. Тпхайся. Ух, ё-моё, это мы где? Так, стоп. Это мы на... Блин, некит! Что там у нас датчики, интересно? Стой, погоди. Ё-моё, я же задохнусь. Лучше не ходи туда, не выясняй, а то тебя стрелами убьют. Фак. Я тебе стопудово... нет! Тебя уничтожили стрелой. Нет! Вау, где я? Здесь ничего нету. Так. Стой, погоди, тут есть что-то. Пи. Здесь ничего нету, тут есть что-то, логика. Во, нет, тут как-то пароль надо вести. ПБ. Какой? Стой, погоди, тут это, Костя. ПБ, С. Стой, тут еще что-то. Эндр. Б. Респект. Май. Тайл. П, С был. Что? Блин, тут еще... С. А. Это я здесь. А, пароль? А, ну понятно. И чё, куда нам идти тогда? Погоди, это как-то пароль. Ну у тебя там не написано в книжонке твоей? В нот один? Это этот, имя нашего этого, свиньи.